скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Всем привет, Шунечка, здравствуй. Зубок, смотри, смотри, вон там высоко, высоко летит самолет. Где? Да вон там, видишь, будто белый карандаш рисует на голубом листе бумаги. Ой, здравствуйте, мальчики и девочки. Шунь, а помнишь, нам профессор рассказывал про разные линии? Эта линия не прямая, она кривая. Точно, кривая. Зубок, а давай еще линии искать. Давай. Так, я не вижу, а ты? Да, Шунечка, я тоже не вижу этих линий. Наверное, вокруг нас нет никаких линий. Наверное. Да. Как это вокруг вас нету линий? Добрый день, мальчики и девочки. Здравствуйте, юные любители математики. Здравствуйте, профессор. А вы внимательно смотрели? Очень внимательно. И ничего не нашли? Ничего. Ну что же, тогда давайте вместе попробуем. Давайте. А вот, например, оконная рама. Это же прямые линии. О, точно. Прямые. Прямые. А вот еще флажки висят на веревочке. Эта линия какая? А эта линия кривая. Молодец, Зубок, правильно. А вот еще скакалка лежит на столе. Эта линия какая? Тоже кривая. Правильно. Вот видите, сколько вокруг вас разных линий. Да. А вот смотрите еще. Ой, а я знаю, знаю. Это прямая. Ух ты, какая ровная и длинная. Как настоящая дорога. Вот бы сделаться такими маленькими-маленькими, чтобы прогуляться по ней туда-сюда, туда-сюда. Правда, Зубок? О, а что, это было бы неплохо. Ну что же, могу вам в этом помочь. Вы готовы? Готовы! Тогда раз, два, три. Зубок, где это мы? Не знаю. Вы в стране геометрии, а это прямая линия, по которой вы хотели прогуляться. Вот здорово! Зубок, а давай посмотрим, куда она ведет? Давай! Ой, долго мы еще будем идти? Профессор, скоро конец этой прямой линии, а? Нет, друзья, вы никогда не дойдете до конца. А, тогда мы повернем назад. Да. Мы, наверное, Шунечка, пошли не в ту сторону. Ага. Пойдем, Шунь, нам туда. И в другую сторону не будет конца. Это же прямая линия. У нее вообще не бывает концов. Она бесконечна. Как же быть? Что же нам так и придется идти и идти без конца? Ну, если уж вы не хотите идти без конца, то мы позовем на помощь ножницы. А с другой стороны? Пожалуйста, эта часть прямой линии называется отрезок. Друзья мои, вы находитесь на отрезке прямой линии. Мы на отрезке прямой? Да, отрезок. Я запомню это название. Обратите внимание, отрезок принято обозначать с маленькими черточками по краям, для того, чтобы обозначить место отреза. Понятно! Это очень хорошо, что понятно. Тогда раз, два, три. Ха, здорово! Спасибо, профессор! А давайте рисовать отрезки. Давайте. Мы, конечно, будем чертить с вами отрезки. Только сначала нам надо попрощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго. Учите математику.